Без горячей воды остались 119 жилых домов по улицам Новоселов, Тимуровцев, Тимакова, Зубковой, Советской Армии. Специалисты аварийной бригады обнаружили дефект в районе дома номер 1 по улице Новоселов. Как выяснилось, прорывы здесь случаются регулярно. Действительно, повреждения трубопровода случаются. Мы к этим работам подходим ответственно, оперативно выполняем аварийно-восстановительные работы. Вот последняя такая работа была 17 числа. Аварии в Дашковой песочной явление довольно частое. Несколько раз в сезон жители микрорайона остаются без горячей воды и отопления. Вот сейчас опять, наверное, полмесяца нет совершенно горячей воды. Утром отключают в 7 утра, вечером дают чуть теплую. С чем это связано, неизвестно. Никаких объявлений не было. Еще на улице холодно. Мы и в квартирах холодно, естественно, и даже посуду помыть нечем, приходится воду греть. Дашковая песочня – самый большой по населению спальный район Рязани. В марте этого года из-за глобального прорыва в этом районе без тепла остались более 100 домов, а также детские сады и школы. Аварии устраняли в течение суток. Спустя какое-то время ситуация повторилась вновь. Приборным методом было определено, что возникло повреждение Дашковой песочни на магистральных трубопроводах. Мы их оперативно вывели из работы. Ну и аварийно-восстановительные бригады выполнили необходимые мероприятия для того, чтобы потребители всех обеспечить горячей водой. Добавим, что средний возраст всех теплосетей составляет примерно 30 лет. Их износ более 80%. В абсолютных цифрах ситуация следующая. Из 528 нужно заменить более 400 километров труб в двухтрубном исчислении. Однако планов на капитальный ремонт пока нет.